Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и, ну, четвертая, говорю, платформа от МТС, ну. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене. Там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше. Поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Перед началом ролика хочу наконец-таки объявить долгожданный конкурс на три места. Три игрушечки у нас в арсенале. Спасибо большое за спонсорство данного конкурса моему спонсору Максиму. Огромнейшее ему спасибо и респект. Напишите также это в комментарии, там на стриме, где вы смотрите. Обязательно поблагодарите человека. Я вам благодарен 1000 раз, это уже говорил. Поэтому говорю в очередной раз, респект. Собственно, вот такие вот три игрушечки. Народу у нас участвует в конкурсах довольно-таки маловато. Шансы у вас выиграть очень большие, имейте это в виду. После этого конкурса, скорее всего, будет следующий. Поэтому имейте в виду, если здесь не выиграете, выиграете в следующем. Ссылка есть в описании под этим роликом, если боитесь ссылок, вот, пожалуйста, название моей группы ВКонтакте. Залетаем, участвуем, всем желаю удачи и приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик еще на один салатик, искусная точка. Такой дефолтный, базовый, компактный, маленький салатик. Так, сейчас я его найду. Где там? Так, вот они. Называется он овощной салат, 121 грамм. По стоимости 109 рублей стоит данный салатик. Докупил я к нему еще также соус Цезарь, в принципе, как и вчерашний салат. Салат Цезарь кушали тоже с этим соусом. Ну и, собственно, давайте переходить к описанию. Хрустящие листья салата айсберг, сочные томаты черри и маслин. То есть здесь у нас в этом салате листья салата айсберг и сочные томаты черри были, как вчера. Добавились маслины. Собственно, вот он. Вкусная точка, наш салатик. Так, дали два наборчика. Не знаю почему, ну да ладно. И вот такой вот салатик на ваших экранах. Два помидорчика, три, четыре маслинки. В принципе, вот такой вот салатик. Закрытый крышечкой. И салат Цезарь. Салат Цезарь у нас, он докупается. То есть тебе предлагают соус, и ты докупаешь. Все, в принципе. Остальное вкусно. Так, вилку забыл. Сейчас возьму. Пластиком я не пользуюсь. Вредно. Так, продолжаем. Вилочку я взял. Опускаем. Открываем наш салатик. Искусная точка. Вот он. Такой салатик. Вкусненько. Так. Соус Цезарь. Что мы с ним делаем? Мы его открываем.
Вот такой вот у нас соус, Цезарь. Жиденький. И мы заливаем этот салат Цезарь. Салат Цезарь, соус Цезарь. В наш салат. Хорошенько это все перемешиваем. Я никаких инструкций не видел. Я по соображению мозга своего действую, скажем так. Соли и перца не дали, как вчера это было. Видимо, это прям такой дешевый набор. И, в принципе, вот он, наш салатик. Соус в соусе. Цезарь. Маслинки я давно не ел. Не знаю, сколько. Лет 5, может. Нифига. Реально давно не было. Такой вкус прям. Мягенькие. Соуса прям дофига получается. Приятно. Вылить получается только не весь соус, там еще остается. Ну, его, в принципе, можно слезать, потому что соус вкусный. Не, в принципе, пойдет. Маслины, конечно, чуть сомнительно. Не знаю. Может, я никогда особо не был любителем маслин. Или в салате. Никогда их не видел, не использовал. Ну, как видел. Но очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень редко. У них какой-то такой, знаете, вкус затухающий, скажем так. Тут овощи такие прям свеженькие. Насыщенный вкус, играющий. И тут такие маслины ты ешь, как будто поникшая, потухшая какая-то. Не, однозначно салатик хороший, вкусный. Оценочка 5 из 5 данному салату. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.